Барабанщики Металлики, Ларс Ульриха. Что, посмотрим? Мы зашли внутрь. Слушай, барабанщики Металлики видим, это просто жесть. Очень просто. Да, мы прошли. Нифига себе. Ух ты, блин. Ларс. Кайф. Слушай, а как тебе пол мозаичку черно-белую? Красивый тут. Вау. Сейчас увидим. Сфоткай. Наоборот. А, понимаешь, Металлик. Да, это очень круто. Чем мы внутри? Сейчас найдем место, сядем. Идем. Давайте разнимать места, Кирилл. Любые места, любые тут. Места. Да, они любые. Там будет сидеть сам барабанщик. Саш, куда ты идешь? Куда идешь? Все места. Это ровно посреди, вот там. Вот там. Заняли свои места, да. Будем ждать Ларса, посмотрим, да. Что будет. Ну, впервые на интервью каком-то. А, ну, не впервые, на втором. Больше надо было первое интервью. А, интервью, да. Да. Вот сейчас будет интервью, да? Да, но выступления не будет. Ну, зато послушаем, вот, смотри. Сейчас он все выходит, будем смотреть, слушать живую классическую музыку. Посмотрим. Так тихо. Сейчас так тихо перед началом. Да пипец. Сейчас придумал песни Металлики.
тебя, Катя. Куда, Катя? Ну, хорошо. Кстати, в футболке вышел. First met Metallica and Lars Ulrich in 1984, the start of an enduring relationship which remains to this day. In 1999, he became editor of Metallica's So What publication. In 2003, he wrote and edited Guest to the Group.
зрители, классический стиль. Смотри, Ларс. Офигенно, вот, Кирилл. Тут темно, ничего не видно. Да, я знаю. Офигенно, Леша, послушали живую музыку. Классический One вживую послушать на через на виолончели, да? Сидел на полу и наслаждался этой песней. Кайф, Кирилл, кайф. Что за вечер? Все, Ларс ушел. Так, я тебе приближу. Офигенно, вот, Кирилл. Тут темно, ничего не видно, да, но... Да, я знаю. Офигенно, Леша, послушали живую музыку. Классический One вживую послушать на через на виолончели. И Ларс сидел на полу и наслаждался этой песней. Кайф, Кирилл, кайф. Все, народ расходится. Офигенное интервью. Блин, Кирилл был очень классный. Послушали Ларс, увидели вам вживую. Как-то... Послушали о новом альбоме, как создавались обложки, да. Клипы, кто снимал их. Очень вот. Круто. Так, тут какие-то картины крутые. Мне кажется, это оригинал, да? Леша раздевается. Леша, на мой палец. Давай. Ну ладно, пойдем, Леша. Да, пора выходить. Да, погнали. Это вот фотки этих ребят. Они фоткали Ларса. Там я бьет по барабанам. Это шоколадный молотом. Это Ози Осборн. Очень круто, когда фотки, мне кажется. Арт, Кирилл. Фотография — это теперь арт, кстати. Выход, Леша без футболки, одной на улице, дубак. Погнали, наш домой. Задец. Как вообще понравилось? Мне очень. Мне очень интересно было послушать о том, как вот есть люди, с которыми не работают. Я тоже не знал, как это работает. Это вот они встречаются случайно, вот он пригласил их на свадьбу пофоткать. Мы пофоткали, потом такие, было бы круто с ними поработать. И да, через три года, свадьба была в 2015-м, а. Через три года, Леш, он написал, ну, уже они сконтактировали, вот, и сделали вместе фотошут для альбома. Самое интересное то, что интересно было посмотреть, кто эти люди, которые делают обложки для альбома. То есть мы клип. Самое интересное, что один из них русский. Да, это один русский, Дмитрий. Никто его фамилию не мог лишь произнести. Я это что-то до сих пор не расслышал. Нет. С Металликой. Да, это очень круто. Так, наши брошюрки забрали, Леша, погнали. Очень круто, и самое прикольное, что наши бесплатные мероприятия, Леша. После работы успели, заехали, увидели Ларса. Вот. Очень круто. Не знаю, если они будут ждать, пока Ларс будет выходить, потому что их, ну, персонал выгонит из здания. Кто ранит? Мои брошюрки. О, сфоткай, вот так. Как красиво. Вот это фотка, где она? Одна с моей стороны, одна с твоей стороны. Ух ты, какая красивая фотография. Ч,
Что, любитель пива, Кирилл? А, нет, толчка. You like it? Сделай это. У вас на какой локации и какие еще есть локации? Вот. Сейчас уже гуляем по Манхэттену после интервью Ларса. Даже и да. Решили попробовать пончики, которые работают до 12 часов ночи. Офигенно. Сейчас только 10. Лучше пик времени, 12 часов ночи. Да, для когда пончиков. Когда ты представляешь, идти на фасе. Нам надо добить наши калории. Вот. Поэтому решили по пончику попробовать. Блин, пончик — это лучшее добивание калорий. Да. Попробуем. И вроде красивая локация. Так, скоро подойдем. Как круто, что на улице тепло. Я снял джакет, ношу его в руке и просто в кофте. Шикарно. Ну вот она. Пончики на сене. Мы смотрим на меню, думаем, какие пончики взять, но всего лишь надо было посмотреть на сенку. И они говорят, что у них были первые крем-брюле пончики. И мы думаем, их возьмем, попробуем. Правда, весь выбор на данный момент. Вау, пампкин пай можно было попробовать. Какая-то вечеринка идет в туалете. Поэтому он out of service, наверное. Выбери кофе, который ты можешь взять, или мы не будем кофе. Берем. Одну берем. Какой кофе? Два парка. Нет, два раза. Нет, два раза. Hi, is all you got, right? Yeah, flavor. This is pumpkin, right? Yep. $3. And I think we get the coffee con with milk. The regular drip coffee, I can't actually see. Yeah. $54. Yeah. Два пончика по $4 и одно large coffee. Круто. Large coffee там легче даже. Потом просто наложили. Или наши пончики, Леш? Наши? Даже там белая бумага. Соль. Ни хрена, кини мощь. Вау, это мой. Это мощный. Почему? Твой? Ой, это мой. Не, мы по половинке, Леш. Нет, это твой. Уланчи. Это мой мощный, если что. Это твой? Черный я взял. Ну что, на вечер сейчас пончики, кофе. Что, нет, первый раз пробуем. Я в джакете мы не хотели. Иди, посмотрим, что там. Дона. Yeah, so there's one that, well, we have kind of this external one, and we have the internal. Like, another photography? Ah, no, it's your last. Yes, we were here today. That's my punch. That's my mom. I see. The punch. Донор. Лучше английский слэш. Что за шоколадный шедевр? А, мы спешим. I like how you're thinking. I mean, I don't get any royalty. Да, да, пробей от своего лица. Сюда. О, давай так. Нет, ну ты... Ну, нет, ты не смотришь на меня. Смотри. Чуть-чуть, да. Подожди, вот так. Давай мне так же.
вам этот блог понравится. Это же барабанщик группы Metallica. Моя наша любимая группа. Одна из любимых наших групп. Да, очень круто. Значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем влоге.